Всем салют, чуваки, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Сейм, и сегодня с вами мы будем разбирать пресет, демочку, отрывочек, трека в стиле Криспи. И в принципе здесь будет не только Криспи, здесь в принципе можно чуть-чуть накрутить, и уже будет Pussy Killer. Короче, достаточно универсальный пресет, с которым вы можете записывать трючки в таком стиле. Сейчас насчет раз, два, три, перед вами появляется проектик, как он выглядит, что здесь вообще имеется. Вот такой вот проект. И напомню сразу, скажу сразу новеньким и стареньким, что весь этот проект вы сможете получить, ты сможешь получить у меня на Boosty, как это видео выйдет, 10.00 по МСК. Подписывайся туда, также там тебе откроются другие различные пресеты и посты, которые я там делал. В принципе, ты сможешь все почекать, все использовать и также прыгнуть в закрытый чат, где мы формируем свое крутое комьюнити, делимся демочками, общаемся, поэтому переходи. Также, если тебе вдруг нужно сведение, ты можешь обращаться ко мне в группу, ссылочки все будут в описании. Также сейчас вот ТГ с QR-кодом, это ТГ с моими примерами миксов, сведения, можешь спокойно почекать, послушать. Давайте уже начнем разбирать проектик, смотря, что у нас здесь есть, и послушаем с самого начала, как вообще все звучит. It's light. Это мой мрак, прости. Я больше не нуждаюсь в таких, как ты, прости. Мой кросс в одиночку, труд мосты. Да все, тот же парень остался простым. Обещание не залечит эти раны. Я знаю, что бывают часто гады. И поэтому ты не моя награда. Я больше не нуждаюсь в твоих касаниях. Сердца были напополам на первой двух стадиях. Теперь горим огнем, но не спасай меня. И теперь ты не. Вот такой вот здесь проектик мы имеем, по-моему, звучит качественно, коммерчески, цепляюще, чистенько. Не знаю, как еще это можно описать. Короче, мне вообще очень нравится, что получилось, какой результат. Здесь я использовал нестандартные, кстати, плагины. Вот вы можете сейчас их увидеть, цепочку. Давайте послушаем сейчас соло, как звучит, допустим, начнем с лида. Послушаем. Это мой мрак, прости. Я больше не нуждаюсь в таких, как ты, прости. Вот таким образом он у нас звучит. Эдлибы. И также здесь еще есть один дабл, который записан на низким голосом. Я больше не нуждаюсь таких, как ты, прости. Вот так он звучит, там тюн немножко скачет, но это, в принципе, пофиг. Вот так звучит сухой вокал. Это мой мрак, прости. Я больше не нуждаюсь таких, как ты, прости. Далее мы включаем прокьюшку. NS1, там ничего интересного. Прокьюшка вот так вот сформировал какой-то свой тембр. Ну вот, NS1 у нас 8.2. После этого. Это мой мрак, прости. Я больше не нуждаюсь в таких, как ты. То есть почище просто стало звучать. После этого идет первичная компрессия C2. Это мой мрак, прости. Я больше не нуждаюсь в таких. Срабатывает на самые жесткие прям пики. И тоже ничего вообще сложного. Дальше идет маг-EQ. Это мой мрак, прости. Я больше не нуждаюсь в таких, как ты, прости. Это красящий эквалайзер. Нравится, как он работает. В последнее время часто его использую. Далее Virtual Mix Rack, где просто ревайвал для сатурации. Это мой мрак, прости. Я больше не нуждаюсь в таких, как ты, прости. Очень жестко насытилось все. После этого идет компрессия основная. Это мой мрак, прости. Я больше не нуждаюсь в таких, как... Все очень сильно все стало стрелять. И некомфортно стало слушать. Поэтому идет снова эквализация. Вот такая. Это мой мрак, прости. Я больше не нуждаюсь... Поработали по резонансам, которые у нас еще здесь были, остались. И после этого дезером эски все поджали. Это мой мрак, прости. Я больше не нуждаюсь в таких, как ты, прости. После этого это идет все на группу. Группа у нас вот здесь. Здесь компрессия просто групповая. Также здесь идут уже дальше сэнды. Это мой мрак, прости. На сэндах здесь новенький от лексикона ревер. Ну как, он сам по себе не новый, но я его использую недавно. То есть вот такой, также проэквализирован, потом лексплейт. Там настроечки менял, также проэквализирован. Идет Valhalla Vintage Verb, центр, чтобы сделать стерео. Дальше дилей, хорус подмешиваем и Black Hole с моим пресетом. Все это подкручено вот таким образом здесь. Вот, и получается такой вот... Это мой мрак, прости. Я больше не нуждаюсь в таких, как ты, прости. Я больше не нуждаюсь в твоих касаниях. Сердца были напополам на первых двух стадиях. Теперь горим огнем, но не спасай меня.
Очень красиво звучит, не знаю, мне прям нравится. Давайте далее разберем Adlib, что здесь с Adlib'ом делал. Смотрите, Adlib, вообще здесь ничего сложного, та же самая цепочка, просто здесь срезан низ и срезан верх в эквалайзере, и также это на сэндах побольше накручено, плюс здесь прям на саму шину закинут ревер, вот с такими вот настройками, и, в принципе, ничего больше такого. Дабл, на дабле все то же самое, что на лиде, только микрошифт в режиме 2, и он звучит у нас вот таким образом. Я больше не нуждаюсь таких, как ты. Типа... На этом вообще все. И в целостности мне очень нравится, как звучит. Особенно вот понравилось, как я здесь сделал пространственную обработку. И мне кажется, она здесь очень сильно роляет. Потому что можно спокойно подобрать не ту, не то пространство. И будет уже все теряться, будет не тот вайб. При том, что я достаточно недолго делал этот проект на скорую руку. Но тем не менее, звучит очень клево, очень качественно. Давайте еще раз послушаем. It's light key. Это мой мрак, прости. Я больше не нуждаюсь в таких, как ты, прости. Мой кросс в одиночку, труд мосты. Да все, тот же парень остался простым. Обещание не залечит эти раны. Я знаю, что бывают часто гады. И поэтому ты не моя награда. Вот, в принципе, все сведение, здесь ничего сложного нет. Напоминаю, что весь проект вы сможете получить у меня на Boosty. Все пресеты, все будет в папке. Пресеты, проект с готовыми уже настройками. Ну, все дорожки, получается, мои записаны, чтобы вы могли тоже попробовать посводить Neumann 103, потрениться. Вот, как-то так. Также, ребятки, кому нужно свести качественно, круто трек, обязательно переходите по ссылочке в описании группу ВК, пишите мне, мы с вами обо всем договоримся. На EP-шки и на альбомы у меня скидки. То есть не смотрите на ценник, допустим, если он стоит такой, то значит вы умножаете просто на трек. Нет, если вы берете пачку, допустим, хотите свести пачку какую-то треков, то я, конечно же, могу уступить и сделать какую-то скидку, поэтому не пугайтесь, спрашивайте. Также залетайте в мой телеграм-канал, у нас там вообще целая-целая комьюнити, там 600 с лишним человек в чате, там 4000 с лишним в ТГ, все крутые ребята общаются, там кто-то там фиты делает, кто-то находит каких-то единомышленников, кто-то файтится, кто-то еще что-то. Короче, переходи обязательно, тебе понравится. Также я там просто веду свой лайфстайл, такой канал, где делюсь просто своей жизнью, кидаю какие-то фоточки, что-то делаю. Этот видос получился достаточно небольшим, я сейчас экспериментирую насчет видео, насчет длительности. Ну а с вами был Сейм, я сейчас буду стараться заваливать вас полезными шортиками, поэтому обязательно подписывайся на канал, следи за видосами, много чего узнаешь на самом деле. У меня, кстати, скоро тречки выходят вот в таком стиле, это просто пиздец, там такое мясо, бля. Люблю я побазарить на камеру, вот ничего не сказать. Ладно, чуваки, всем, всем пока. Нервы, сколько я потратил этих нервов, они улетают небом вместе с моим пеплом.